Всем добрый день суток. Всех, значит, тематика видео. Я хочу поздравить всех дорогих женщин, девушек, девочек, всех женского рода и кто принадлежит женскому роду. Вот, только женщины, я имею в виду женского. Никто там что-то там переделал. Всех с праздником, счастья, здоровья, любви, ласки, внимания, всего-всего, что вы хотите о своей жизни. Пусть это у вас будет. Пусть вы будете лучше жить, чем другие. Ну, которые живут, я думаю, может быть, считают, что вообще круто живут. А бывает, счастье немножко заключается в другом. И любовь, и жизнь радостная заключается немножко в других отношениях в жизни. Не обязательно быть богатым, не обязательно быть каким-то там правителем или что-то еще, и царем или царицей. И богатым человек может быть намного несчастнее, чем средний человек или бедный человек. Главное, что в душе, и он может быть богат душой и добротой своей, и бескорыстностью, и может быть намного счастлив, чем другой человек, который имеет все. Поэтому я считаю, что нас больше таких, которые, конечно, богаты именно другим, а не именно финансово или материально, да. У кого есть добрая, ласковая душа, как говорится, доброта и все остальное. Ну, не для всех, конечно, не спорю. Надо быть сейчас добрым, надо сейчас быть настороже. Просто я немножко тематику другую, видите, хочу объяснить то, что не обязательно нужны большие деньги и власть, чтобы быть счастливым, с улыбкой. А те люди могут быть, у них может быть все, а счастья может быть не быть. И улыбка, и только одни проблемы. Вот, так что я вам желаю всего хорошего. А самое главное, здоровья, берегите себя. Побольше позитива, уходите от негатива. Вот, а мы сейчас дадим вкусняшки, я же им купил, как обещал. Вот, радуйте хорошими комментариями на канале, хорошими рецептами, какими-нибудь пишите. Я все читаю, все смотрю. Вот, и что-то, ну, читаю и, конечно, на ус мотаю что-то где-то как-то. Ну, я имею в виду пока по тематике кухни. Бел, мыши есть. Вот. И поэтому... А у нас вот такая зима, минус 6-7 градусов. Каюр сидит как неприкаянный. Каюр, бедный родственник. Девки жениха разбирают. А этот... А ты сидишь как... Снегом тебя засыпает. Может, на трон пойдешь? Каюр. Каюр, брат. Братан. Каюр. Что вот они, да? Да. Девки они такие, видишь. Они постоянно в активе. На канале такая же фигня. Поверь, каюр. Девки активничают. Пацаны молчат. Вот. Вот то же самое сейчас у меня происходит на канал. Каюр, посмотри. Вот. Пацаны молчат, а девки активничают. Вот, я пошел немножко поиграться. Хочется ему тоже. Вот. А так, то же самое и в жизни у людей. Девки берут оборону, жизнь меняется. То есть не оборону, актив берут. Оборону берут мужики. В стороне немножко, в стороне. Ну, у меня такое не прокатывает, если меня взять насчет грома. Что я вместо грома сейчас, а девки меня атакуют. Не, у меня такое не прокатывает. Я больше, наверное, на позиции каюра. Я в стороне смотрю, и как это все дело происходит. Делаю выводы и ухожу в сторону. Я, наверное, больше каюр, чем гром. Ну, гром сейчас немножко маленький, поэтому они им занимаются, готовят свое будущее, потомство. Тоже пальцем, не пальцем, пошел, деланный. Такой пуховичок, хвост по сравнению с его телом, такой какой-то бублик. Пошли.
Да. Вот оно счастье, вот она доброта, и вот что может принести вот такое вот, да, негативное, вот, общаясь, занимаясь с собаками. Еще бы вот найти, как многие хотят, каюр, ну зачем ты его обижаешь, каюр, найти себе помощницу, как говорится. Не хочется быть, как многие хотят меня женить, но я не поддаюсь на эти провокации. Вот. Еще не нашлась та, которая будет понимать жизнь охотника с лайками. Поэтому с кем попало, жить не хочется. Я даже ролики такие скидывал в ТикТоке. И этот, в Инстаграме. Вот, поэтому... Нет той. Пусть даже я проживу всю жизнь до конца. У меня есть потомство, у меня есть сын, дочь. Но я свой след оставил. Дерево, как говорится, посадил, дом построил. Живу сейчас, как говорится, занимаюсь породой. Вы знаете, намного лучше живу, чем с каким-то геморроем. Лучше так же, чем никак. Вот. Поэтому к этому уже, наверное, возраст. И подходишь уже немножко... с понятием и с размышлением, а не лишь бы как бы и чтобы. Вот, Гром, тебе бы лишь бы вот что-нибудь да как-то пристроиться. Поэтому я не спешу с этим делом. Подруг хватает, всего хватает, общения хватает. Но поверьте мне, чтобы жить, тут уже надо к этому вопросу подойти серьезно, а не как бы и просто... тяп-ляп на скорую руку. Нет. Нужна опора. Нужна, как бы, вот та, которая нужна. А не просто так, для галочки. Поэтому мы с выбором не спешим. И как будет, так и будет. Да, Каюрбан? Найдется та хозяйка, которую мы откусим что-нибудь ей, да, Каюр? Ну, ты это не откусишь, если только пометишь. Вот Гром еще может зады откусе, да? Подкусал. Так, что, давайте я вам сейчас вкусняшки дам. Вы уже целый день, утро гуляете. Вон, истоптали уже все. Снег метет, зима идет. Полным ходом белка копает. Сейчас я вскроем ящик Пандоры. Оу. Зима. Зима. Где там наши вкусняшки? Дам им по чуть. Сейчас, секунду. Сейчас. Пришли. Шелест услышали, все. Руки замерзают. Вот она самая голодная. Пойдем. Так что такие дела. Пойдем. Бел. Шелест. Бел. Хорош. Бела нельзя. На, понюхай. Пойдем. Говорят, 3 сантиметра должно выпасть. Ну, что-то, мне кажется, уже больше выпало. Давай, защищай. Кидайся. Во, давай. На всех. Держи. Спокойно берет. Каюр, ты дома? Каюр, ты дома? Давай. Давай. Все уже привыкли, что вы сами открываете. На, Каюр. Держи. На, ёлка, баба. Кашу сейчас домой занесу, надо тебе не забыть закрыть. Белка встала к себе, молодец. Иди. Главное, спокойно бери. Вот. Спокойно бери. Вот, иди, неси. Молодец. Позанимайтесь.
Держи. Иди, толстяк. Иди, пуховичок мой. Держи. Лишь. Ну, руки, холодно же. Вот, всем вот так всего хорошего. Еще раз с праздником. Давайте будем в этой жизни более адекватными, красивыми, хорошими и умными. Давайте. Всем пока, еще раз с праздником.